прибыл в город Симферополь. Рюкзак, там вот поезд. Пока все по плану. Конец апреля, а это значит, что домик снова выдвинулся к морю. Правда, на этот раз море было лишь конечной точкой маршрута, а основным событием должен был стать 4- или 5-дневный поход. План этого похода созрел еще осенью прошлого года, но погода не позволила его осуществить. Вместо этого я сходил в 3 однодневки, по которым есть ролики на канале. А в этом году, хорошо подготовившись, оценив предстоящую погоду, свои силы и наличие снаряжения, я выдвинулся в Крым. Еще накануне поездки я понимал, что руки в горах будут заняты трекинговыми палками, поэтому изначально отказался от мысли взять с собой любимый Canon M50. Я рассчитывал снимать на GoPro, однако по факту даже ни разу не вытащил ее из кармана. В результате видео не снимал вообще, а нащелкал порядка 400 фотографий на свой iPhone. Конечно, там много мусора, поэтому фотоальбом пошла лишь половина или даже чуть меньше. Ну и для тех, кто еще не знает. Именно для того, чтобы показывать фотографии, я не так давно создал страничку ВКонтакте. Потому что фоточки невозможно с хорошим разрешением показывать в видео, особенно панорамы. И вот этот апрельский поход как раз и показал востребованность такого рода хранилища. Так что если вы хотите посмотреть на красоты апрельского горного Крыма и на какие-то детали походного быта, милости прошу по ссылке внизу или в описании канала. А здесь в ролике ограничусь лишь коротеньким слайд-шоу. Всем удачи!